Здравствуйте. Сегодня мы находимся на выездной сессии Всероссийского форума классных руководителей в Северокавказском федеральном округе. И сейчас мы находимся на марафоне лучших практик классных руководителей. Общая тема нашей секции – векторы профессионального развития классного руководителя. Меня зовут Клевкова Анастасия, я сегодня модератор этой секции. Я работаю заместителем директора школы номер 60 города Нижнего Новгорода. Давайте начнем. Хочу пригласить сейчас выступить первого нашего спикера. Это Беседина Татьяна Владимировна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии номер 12 города Ставрополя. Тема ее выступления – технология проектирования в работе классного руководителя. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех видеть в этой уютной аудитории. Ну что ж, начнем. Воспитательный процесс – это отдельная и большая работа, и нам с вами это известно, как никому другому. Эта работа, конечно же, насыщена яркими событиями. Именно событиями, а не просто мероприятиями. Они должны быть насыщены теми эмоциями, которые найдут отклик в душе каждого ребенка. Любой урок, мероприятие, классный час – они воспитывают. Решение образовательных задач – уже несет в себе воспитательные функции. И воспитательные возможности наших мероприятий реализуются через его содержание и посредством тех методик и технологий, которые мы применяем. Так, можно следующий слайд? Угу. Модель проведения любого мероприятия, события, занятия может быть пассивной или активной. И если классный руководитель выступает как главный организатор, модератор, лично курирует все действия учащихся, то, конечно же, здесь мы имеем дело с какой моделью проведения занятия? Ну, конечно же, это пассивное. Посмотрите, пожалуйста, на слайде она представлена, и мы видим, что здесь в основном взаимодействие происходит у нас от учителя к ученикам. Если же классный руководитель, педагог, работающий с коллективом, вступает в диалог с детьми, дети получают уже большую свободу для собственной деятельности, для высказывания своих мыслей, то здесь мы имеем дело с активной формой организации занятия. Интерактивная форма организации занятия, или по-другому ее еще называют диалоговым обучением, она подразумевает не только двустороннюю связь между педагогом и детьми, ребятами класса, но и активное взаимодействие между ними. Между группами обучающимися, между конкретными обучающимися и в том числе между взаимоотношениями обучающихся с образовательной средой. Так, можно, пожалуйста, следующий слайд? Конечно же, все мы, я уверена, на всех своих занятиях используем те самые интерактивные методики. Дети работают в группах, дети активно создают проекты, высказывают свои мнения. И посредством этого мы достигаем тех целей и задач, которые заложены в наши мероприятия. Но сегодня мы имеем дело с особенными детьми, об этом мы уже говорили. Детьми, живущими одновременно и в реальной, и виртуальной реальности. И следует признать, что порой виртуальный мир затягивает их больше, чем реальный. И вполне удачно в ряде случаев является дополнение воспитательного события, воспитательного мероприятия интерактивными технологиями, которые у нас уже информационно интерактивными технологиями. А я их условно подразделила для себя на несколько категорий. Это сервисы для сбора и обработки информации, такие как Google Forms или опросником, удачно заменивший Mentimeter, который у нас, для нас с вами не работает. Сервисы для проведения быстрых опросов и визуализации данных, такие, например, как Plickers или тот же опросником. Сервисы, позволяющие создать виртуальное пространство для совместной работы. То есть то пространство, когда, представьте себе, ваше занятие, оно уже не имеет временных границ и не привязано к пространству класса. Виртуальное пространство, и мне очень нравится использование сервиса Padlet. Очень интересно ведут себя включения в занятия игровых элементов.
И самые часто используемые мною это Learning Apps и сервис Joyteka. Я за несколько минут до начала нашего мероприятия в общий чат форума классных руководителей в Северо-Кавказском федеральном округе отправила несколько ссылочек. И в свободное время хочу попросить вас ознакомиться с тем, что из себя представляют игровые технологии, созданные на сервисе Learning Apps. Там у вас будет интересная игра в формате Memory. Да? Она будет называться «Красоты Кавказа». Мы с вами практически в сердце Кавказа. Вот, будет интересно. И сервис Joyteka, который позволяет создавать интерактивные образовательные веб-квесты. Их использование тоже я попрошу вас ознакомиться, и вы поймете, что возможности использования очень широки и могут ограничиваться только лишь вашей фантазией. Но что сказать, конечно же, включение определенных игровых практик или методик еще не сделает из конкретного воспитательного мероприятия то самое яркое событие, которое найдет нужный отклик в душе ребенка. Чтобы спланировать такое событие, необходимо учесть ряд важных элементов и ничего не забыть, ничего не пропустить. И для того, чтобы с этим удачно справляться, особенно с учетом того, что я являюсь советником директора по воспитанию и организую множество событий для детей нашей школы, я разработала и применяю уже некоторое время для себя так называемый проектный робот. Технологию проектный робот. Можно следующий слайд? Данная технология пришла к нам из социального проектирования. По-другому говоря, это поэтапное планирование будущего воспитательного события. И проходя поэтапно вот эти вот вопросы, пункты проектного робота, действительно получается не только не забыть важные структурные элементы мероприятие, чтобы оно стало настоящим событием, но также и связать отдельные проводимые с детьми нашей гимназии и школы мероприятия в целую цепочку взаимосвязанных мероприятий, которые, допустим, проводятся на протяжении четверти. И это находит очень большой отклик для детей. То есть они понимают, что участие в мероприятии на каждом этапе оно не уходит, не канет куда-то, а даст возможность двигаться и развиваться дальше. То есть можно сказать, что посредством применения проектного робота и планирования цепочки мероприятий у нас в школе применяется такая, знаете, геймификация, небольшая геймификация образовательного процесса. Но какие же мы здесь выделим основные шаги? Актуальность проекта. То есть необходимо при планировании мероприятия конкретно осознавать его значимость, то, к чему вы хотите, чтобы ваше мероприятие пришло. Цель. Осознайте конкретно, что вы хотите получить, к чему должно прийти ваше мероприятие. Технологии проекта. Как? Опишите несколько способов. Не задачи, когда описываются конкретные шаги достижения цели, идя по каждому способу, а именно способы проекта. Здесь же в технологии проекта можно продумать сразу, будет ли ваше мероприятие краткосрочным, разовым, либо все-таки вы его включите в систему мероприятий, и потом оно приведет, допустим, ваш класс к какому-то более значимому, большому результату. Сегодня нам предлагается множество проектов, в том числе проекты форума классных руководителей. И один из самых для меня интересных проектов – это проект «Дружба классами». И вот, знаете, из общения с коллегами иногда получается такая ситуация, что после первоначального знакомства дружба затихает. И сложно, иногда бывает очень сложно ее вот так вот возобновить и дальше к чему-то привести. Но периодически, вот возвращаясь к данной структуре, удается все-таки найти какие-то точки соприкосновения между разными мероприятиями, проводимыми в классе, чтобы возвращать их к большому проекту. Это действительно возможно. Очень удачно имеет такой большой эффект на детей, когда к какому-то важному мероприятию, событию вы используете инфографику, готовите ее вот прям под это мероприятие. Мне очень нравится, я такую инфографику готовлю под классные встречи. Это такой формат мероприятий, который проводят советники, приглашая интересные личности
к себе в школу, в гимназию для диалога с детьми. Очень интересно. А на этапе геймификации, если все-таки вы хотите включить какие-то конкретные игровые практики в свое воспитательное мероприятие, чтобы оно стало настоящим событием, то здесь неплохо продумать сюжет и механику. Ну, самые распространенные сюжеты какие могут быть там? Морское приключение, да? Космическое приключение, механика, либо это гонки, либо это, допустим, интеллектуальная игра, либо это квест. Опять-таки, все здесь ограничивается только вашей личной фантазией. Пункт партнерства. Очень интересный. Обязательно всегда я на него обращаю внимание. Потому что именно когда вижу, что надо продумать, кого я могу еще привлечь к этому мероприятию. И возможности мероприятия заметно расширяются. Потому что каждый привлекаемый новый человек, который хотя бы немножечко поучаствует, хотя бы просто зайдет, улыбнется к вашим детям на мероприятии, он способен привнести много нового. Ну и, конечно же, перспектива развития. Это как раз-таки то, ради чего я поэтапно, регулярно прохожу все эти пункты. Чтобы каждое воспитательное событие не уходило, не оставалось забытым, а имело продолжение. Это интересно, это действительно работает. Можно, пожалуйста, следующий слайд? И хочу с вами поделиться вот небольшим опытом. Мою воспитанники активно участвуют. Основной проблемой и целью я себе ставлю это налаживание системы наставничества в школе по схеме ученик-ученик. И активно мы участвуем в различных мероприятиях и по линии навигаторов детства, и в наших собственных классных мероприятиях именно во взаимодействии с детьми. Ну что ж, уважаемые коллеги, Надежда Егоровна Щеркова сказала, что урок это и есть часть жизни. И вот наши дети приходят к нам на наши классные часы, на наши праздники. Каждая наша встреча с детьми – это и есть урок, который не должен оставаться серым и незамеченным. Все. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Это очень актуальная современная тема «Век компьютерных технологий».